Актер Павел Прилучный заявил, что не будет давать интервью даже самым известным журналистам. «Не уважаю ни Собчак, ни Дудя, не вижу смысла в их творчестве, не люблю интервью. Я актер, смотрите со мной кино, сериалы, а все остальное не должно никого касаться», – заявил Павел Прилучный. При этом в последнее время личная жизнь артиста особенно интересует публику по причине его развода с латвийской актрисой Агатой Муцениеце. Выяснилось, что еще во время брака Павел начал встречаться с другой актрисой Мирославой Карпович. Это крайне негативно повлияло на его репутацию и обрушило на него гнев пользователей сети. Однако Прилучный отметил, что ему удалось сохранить общение с секс-супругой. А сейчас звезды иногда видятся ради своих детей. «Мои дети – мое главное вдохновение. Я заряжаюсь от них энергией постоянно. Вообще это совершенно невероятные, потрясающие чувства», – рассказал Павел Прилучный. Актер признался, что старается сделать все для того, чтобы они выросли достойными людьми. Следит за их воспитанием, ограничивает социальные сети и прививает правильные ценности.